Всем привет, друзья! И смотрите, что я сегодня нашел на просторах Плеймаркета. В общем, сегодня я нашел Mutilated Doll 2 на Android. На, серьезно? Ты не верил? Не верил, нет? Было. Ой, у меня какой-то... В общем, тут есть обучение, но тут мне это не надо. Вот. В общем, вот это вот мы ставим сюда. Оно должно было у вас быть вот так вот. Вот, тут за ниточку можно его оттаскать. Не знаю, почему именно ниточку. Вот меню спауна. Я, ну, не знаю, пусть не мешается, поставлю его сюда. Тут очень-очень-очень много вещей. В общем, давайте посмотрим на них. В общем, ребят, я решил поставить ховерборд. Если кто не знает, что это такой летающий скейт. И человечек на нем реально летает. Но немножко только. В общем, тут даже есть всякие способности, но только я не знаю, как они. Ух ты! Я могу красить! Я могу всех раскрасить! Правда, тут краска не очень. Ну, в принципе, можно было бы сделать так, чтобы можно было выбирать цвет. Но так тоже прикольно. Можно вот так вот его поделать, что-нибудь там с ним. В общем, давайте все это еще посмотрим. А может быть, даже... Это что? Ух ты, это дымка. О, огонь, огонь. О, прикольно. Ладно, давайте дальше смотреть на вещи. В общем, ребят, смотрите, что я нашел. Я нашел турельку из портала. Сейчас я ее попробую поставить. Ой. А, огонь. Ладно, сейчас перезапущу и поставлю. Вот. Вау! Вот это мощь, вот это сила. Вау. Прикольно. Капец, вот эта турелька из портала. Она что, реально так делает, интересно, или нет? В общем, кто знает по порталу, напишите в комментариях. В общем, давайте перезапустим опять. Ну и, в принципе, давайте посмотрим и еще на какие-нибудь приколы. Анестезия? А может быть, попробовать заанестезить его? Или нет? Нет, лучше не надо. В общем, тут есть очень-очень-очень-очень много вещей. Даже есть дымовая граната и вот такой вот пистолетик. Чтобы его активировать, нужно нажать на кнопочку триггер. Но это не очень удобно. Лучше бы сделали так, чтобы можно было его поворачивать, ну и что-нибудь с ним делать. Вот, его даже разрезать можно. Но у меня что-то как-то не очень получилось сейчас. Чпуньк. Опять не получилось. Сейчас. Оба. Да ёлки. А, во-во-во, смотрите, получилось. Сейчас его такой, на. Суши-роллы. Кому суши-роллы? В общем, вот такая вот разрезаловка. Давайте смотреть дальше на предметы. Что? Ой. О, это аэрозоль, я знаю, что это такое. Правда, я не знаю, как она работает. Давайте попробуем его триггером. Триггером зарядить. Давайте попробуем. В общем. Так, ну. О, он взорвался. О, прикольно. Так, что тут у нас еще есть? Это пчелиная граната. Прикольно. Давайте ее тоже затриггерим. Так. Пяник. Ух ты, смотрите, из нее пчелы вылетели. О, смотрите, на человечка кусают. Кусают. Спасай человечка. Это, прихлопывай их, прихлопывай. Давай, хлопай. Правда, тут игра очень не оптимизована.
или как это там называется. В общем, вот. Хлопай их! Хлопай давай! Давай, чтобы они тебя всего не покусали. Молодец! Хлопнул. В общем, смотрите, как они... О, ой, развалился. Ну ладно. В общем, ребят, тут очень много предметов. Так, тут также есть настройки, сохранение, по-моему, как я понял, и разные локации. Тут есть этот... Как его там? Лес есть, вот, вспомнил, как называется. И так, есть тут луна, пустыня и вулкан. Вот. А, еще этот. Антарктика, или как его там называют, Антарктида. Или где это? Ну, короче, там где снежно. Вот, это вот вулкан. Ну и типа тут жарко. Вот, получается, тут человечек может еще как-то каким-то образом сгореть. Я не знаю как, вот видите, тут пепел падает. Ну и вот, смотрите, он типа загорелся, ну и все. Ну что ж, ребята, понравилось видео? Тогда ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока!